ჩვენ გადმოვიდნენ ნაცვლად სპასიუსში, სადაც ცხვება აგრეთვე ქართული პური, ეს არის დედას პური, როგორც ვთქვი, შოტის პური, პროფესორ. Сейчас находится в другом пространстве, где пекут грузинский хлеб. Так называемый шотис пури, просто дедас пури. Это есть самый вкусный хлеб, это грузинский хлеб. Да. Шотис пури, грецоде були дедас пури. Акриве амсирцеши гвердит кетеба авлебен чурчхелас. Резретом вот готовят грузинский сникерс, так называемый сникерс, это чурчхела. Ахури сникерс. Ахури сникерс так называют. Этот, как готовят, виноградный сок, немножко муки добавляют, варят, потом нанизают грецкие орехи на нитки и вот так готовят, и потом его сушат. Вот так. А следующая рыба, да, мере, и вертмирит. Вот так сохнет на солнце, и получается вот такие вкусняшки.